Егор, на прошлой неделе в матче не возникло у тебя чувство дежавю с одним очень похожим матчем в прошлом году? Есть такое, то что тоже проигрывали Торпедо Жодина 1-0. Получилось отыграться и на последних минутах забили. Благо, так и в Мозыре произошло. Ну, может быть, отбитый пенальти, как Викторович говорил в интервью, то, что это, может, это придало больше сил команде, они начали больше создавать моментов, и в итоге они воплотились в голы. Саныч просто перед игрой сказал, если будет, не дай бог, будет такой эпизод, то падай в левый угол, потом тебе объясню. В общем, Санычу просто сон приснился, что я отражаю пенальти именно в левый угол, вот так вот получилось. Спасибо Санычу. Как проходит подготовка к Белшине, если в нескольких словах? Все в штатном режиме, в основном, ну, тренировки. Вчера работали на «Динамо» и поработали в плане больше над игровыми какими-то аспектами. Ну, я думаю, все в штатном режиме и готовимся, хорошие эмоции на этой неделе. Все нормально. Смотрели ли поле на основном стадионе, как оно было? Ну, просто дней 10 назад говорили, что не очень. Визуально оно выглядит нормально, как на... Будем на поле, будем смотреть уже. Сегодня у тебя праздник? Сегодня международный день? Ни одного у меня. Международный день вратаря, да, я знаю, 14 апреля. Тренер поздравил? Да, да. Ну, Сан Саныч подходил и сказал, с праздником, я говорю, взаим. В этот день желаю своим младшим коллегам и, в принципе, всем вратарям больше работать, и все будет хорошо.